Друзья, всем привет! Сейчас посмотрим небольшой видеообзор отеля Савадзи. Village находится он в Таиланде на Пхукете, на пляже Ката. Смотрите видео до конца, покажем номера, территорию отеля и расскажу, как добраться до пляжа. Такой интересный стиль у отеля. Кстати, друзья, хочу сказать огромное спасибо всем нашим дорогим туристам, кто уже раньше обращался в наше туристическое агентство. Спасибо вам большое за ваши впечатления, за ваши эмоции, за ваши отзывы о нашей работе и о ваших поездках. Кстати, очень легко найти все отзывы о нашей работе. Просто наберите в интернете «Турагент 63 отзывы», а также можете зайти на наш сайт «Турагент 63». Там есть раздел «Отзывы». Почитайте, я думаю, у вас не останется вопросов и сомнений, можно ли нам доверять или нет. Такие интересные зоны. Рецепшн отеля. Такой вот интересный номер в стиле «Тысяча и одна ночь». Вот эти вот комплименты от отеля. Сок, кола, спрайт, чайный набор. Посмотрите, какой потолок, какой балдахин. Прикольно. Есть принадлежности косметические, полотенца, халат. Тапочки, сейф. Кстати, друзья, вы очень часто спрашиваете меня, сколько стоит тот или иной отель. Здесь, к сожалению, нет однозначного ответа, потому что на стоимость у нас проживание в отеле влияет и город вылета, время года, и количество ночей, и состав вашей семьи, и множество других факторов. Но если вы зайдете на наш сайт Турагент 63, ссылки есть в описании к этому видео, там есть модуль поиска туров, вы легко можете найти актуальную стоимость с вылетом из любого города России. Опять же, если у вас не получилось или вам нужна помощь, вы можете на нашем же сайте оставить заявку, с вами свяжутся наши менеджеры, ответят на все интересующие вас вопросы и подберут наилучший вариант для вашего отдыха. Так что обращайтесь, я думаю, вы останетесь очень довольны. Категория номер «Кабан Сьют Пол Аксесс». Широкая кровать, высокие потолки и вот такой вот выход к бассейну. Вот такая раковина, принадлежности в таких вот, все в классическом тайском стиле, душ. Так, здесь гардеробная, халат, тапочки, сейф, фен, чайник, набор, комплимент от отеля. Категория номера «Баракайская вилла». Сейчас будем гулять по вилле. О, вообще шикардос. Так денечек пожить прикольно. Как в сказке.
Идем в ресторан отеля. Не отель, а сказка. А лучшие варианты для отдыха с ценами легко найти на сайте Турагент63. Тут же можно оставить заявку на тур, и с вами свяжутся наши менеджеры и обязательно вам помогут. Well, I ain't sure, but I think this girl is dangerous, dangerous. Could she be on my mind? Last night was fabulous. Oh, oh, oh. I call her Miss Naughty Naughty, how she did this. Oh my God, oh my God. She make a brother heat up, yeah, yeah. I mean, she's hot like a heater. Thinking of seeing her again, yeah, yeah. Take her out and fly away, yeah, yeah. Keep her closer day by day. Did you hear me say? Did you hear me say? Вот так выглядит пляж Ката. Людей достаточно много. Такие волны классные. Ну, для кого-то классные. Кто-то боится. Пляж тоже муниципальный, поэтому лежаки, зонтики надо арендовать. Достаточно многолюдный пляж. Не Анапа, конечно же, но близко к тому. Это еще ноябрь. Достаточно развитая инфраструктура. Полно макашниц, ларьков, фрукты, пиво, соки, фреши, голуби. Как дома. Можно учиться кататься серфингу, потому что волны достаточно большие. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Также можно и заказать экскурсии водные на острова. Наверное, прокат доски 100 бат в час. Что-то серфбот 200. А, урок 1000 бат 1 час. Также на пляже делают массаж. Вот, без разницы, какой массаж, все стоит 300 бат. Также можно всякие игрушки купить детские. Через дорогу ресторанчики, магазинчики. Очень активная инфраструктура. Развитая. Что хочется сказать про данный отель? Отель, когда заходишь в отель, кажется, что находишься в сказке. А заходя в номер, кажется, что ты восточная принцесса, такая как «Тысяча и одна ночь». Очень вкусная кухня, прям тайская национальная. Очень интересный отель, такой колоритный отель. Но если у вас остались вопросы, заходите на наш сайт Турагент63, оставляйте заявку, с вами свяжутся наши менеджеры, ответят на все вопросы и подберут лучший отдых для вас.